Я задам тебе ряд вопросов. Я хочу, чтобы ты отвечала откровенно. Ты причиняла кому-нибудь боль? Да. С тобой происходило что-то, что можно назвать аномалией. Да. Последний вопрос. Тебе известно, кто такие мутанты? Ты знаешь, что детеныши гремучей змеи более опасны, чем взрослые змеи? Они не умеют контролировать количество яда, которое выделяют. Вы все опасны. Поэтому вы здесь. Это не больница. Это дом ужасов. Ты многое вынесла. Теперь отдыхай.